Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на модель от компании ICM, модель под номером 48254. Это модель у нас советского биплана U2x2 с экипажем. Модель у нас дана на 43-45 год. Красивый красочный боксарт. Открываем. Коробка с плотного картона. Коробки нас ждут плитники. И получается фигура. Также две инструкции и детали. Детали у нас компания ICM уже давно печатает на новой бумаге, поэтому каких-либо проблем возникнуть не должно. Также хочу обратить внимание, что данная модель на 48 масштабе, и миниатюра у нас также дана в 48 масштабе. И это очень классно на самом деле, так как вообще в 48 масштабе не очень много миниатюра, и здесь они очень удачно будут дополнять данную модель. Здесь у нас в наборе, сейчас посмотрим сколько. Так, тут у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь у нас 7 фигур. Давайте покажу вам краски. Здесь литник с номерами деталей. Цифровое обозначение — это у нас номера деталей с литников. Буквенное обозначение — это у нас номера красок для окраски. Ну, теперь давайте посмотрим на нашу миниатюру. Хочу обратить внимание также еще раз, что это у нас 48 масштаб, и для 40 это просто вообще идеал. Дефектов нет, не стыка пресс-форм. Еще интересно, что сделано, допустим, здесь у миниатюры нету как бы рук, то есть при сборке и окраске это будет, ну, довольно таки как я смотрел, удобно красить сначала отдельно кисти это все, потом это все склеивать. Также хочу обратить внимание на лица, хоть и это такой довольно таки небольшой масштаб для миниатюры, ну, 48-й, но лица пролиты очень хорошо. Все складки, все пуговки, карманы, все пролито замечательно. И это очень радует. Самолет. Здесь хочу также обратить внимание, что в виде книги, в виде журнала сделаны, формата А4. Инструкция достаточно подробная. Данную модель я не собирал, то есть это у нас же по сути как объединение нескольких моделей происходит. То есть U2 уже достаточно давно выпускается. И я видел сборки, у меня друг собирал эту модель, и я остался очень доволен. Я бы сказал, что это очень шикарная модель получилась. Себе я обязательно ее приобрету и соберу, потому что мне нравятся бипланы, а именно наши советские. Ну и здесь варианты окрасок. Даны нам на лето 43-й год, весна 45-й год, весна 45-й год и лето 44-й год. Так, в коробке у нас небольшое количество линейков. Хочу сразу обратить ваше внимание, что на данной модели сымитирован провис полотна. И при окраске, если вы немного поиграете с цветами и оттенками, то можно провисы очень хорошо выделить. Они очень дополнят модель, будет очень красиво смотреться. Также хочу обратить внимание, что здесь большое количество мелких деталей, пролиты они все замечательно, никаких либо дефектов на них нет. Ни облоя, ничего, ни стыка пресс-форма на данных деталях нет. Стыкуемость данной модели хорошая,
как я сказал, что у меня знакомый собирал друг, и ему очень данная модель понравилась. Шасси у нас выполнено в виде цельной детали, никаких половинок. На шасси виден на борту, скажем так, какие-то надписи. Ну, это, наверное, номера. Что это за шасси, кто производитель или что-то такое. Ну и вот деталь корпуса у нас. Каких-либо дефектов не обнаружено. Дальше еще один литник. Также детали корпуса. И здесь у нас двигатель. Пролито все замечательно. Каких-либо дефектов на данной модели не обнаружено. Ну и у нас еще два литника с вооружением. Здесь у нас также большое количество мелких деталей. Все пролито, все четко, все хорошо. И литник с прозрачным пластиком. Ну, вообще данная модель, она получается открытая, по сути, у нас. То есть кабина открытая, и особо тут прозрачный пластик роли никакой не сыграет. Но вообще у компании HM прозрачный пластик, он реально очень крутой. Если модели какие-то закрытые и большое количество остекления, то через него все видно. Ну да, даже на мелких деталях через них все прекрасно, текст читается. На этом я хотел бы закончить обзор. Если вы собираете авиацию в 48 масштабе, то эта модель, я считаю, должна быть обязательно у вас на полке. Всем спасибо, всем пока.